Алла пишет, сегодня соборовала, сколько раз в году можно собороваться? Ну, обычно соборование делают во время больших постов, там, в рождественский пост. В основном Великий пост соборуют. Но есть храмы, где еще делают в рождественский пост. Есть храмы, где еще делают в Успенский, в Петров пост. То есть, везде какие-то свои традиции. Ну, если у вас есть такая традиция, можете хоть каждый раз собороваться. Но я думаю, что один раз в год, в принципе, достаточно собороваться. А если вы хотите там несколько раз в год во время больших постов, но если священник вас благословит, есть такая необходимость, может быть, вы болеете, да, то можно это сделать. Но я считаю, что ко всему надо подходить разумно, потому что иногда людей спрашивают, зачем вы собороваетесь, а они не понимают. Не знаю, вот надо и надо, да.